Я Саски. Настройки. Тогда иди поцелуй и уходи. А что ты так грубо говоришь? Целуй, целуй. Потому что я гангстер, я теперь мафиози. Вот видишь? О, какой. Угу. Я теперь мафиози. А мафиози пользуются женщинами. В следующей жизни попытаешься. Ну ладно. Придется так. Так, ну ладно. Враги менее опасны. Для тех, кто предпочитает умеренное количество трудностей. Ну да, мне средний. Это для геймпадов. Слушайте, это порт? Это такое чувство, что это просто порт. Режим вождения. Обычный симулятор. Обычный. Ну, давай, обычный. Коробка передач. Автомат, конечно. Реакция полиции. Обычный симулятор. Обычный. Не очень понятно. Пропуск поездки. Ну, иногда бы я бы, ну, даже пропускал бы. Так, обучение. Ну, да. Все, пацаны, начинаю сюжет. Язык озвучки русский, поэтому кто задонатит и перебьет хоть раз гангстера, то я стану гангстером и вас расстреляю. У меня новая майка, мне Игорь подарил. Ну да. Два косаря мне задонатьте. Капец, я на таких машинках буду ездить. Погромче надо, да, наверное, чуть-чуть. Что-то природа очень на Ведьмака похожа. Я включил субтитры, потому что только вы просите субтитры. Я их обычно никогда не читаю. Они когда будут базарить, это для вас субтитры. Я не знаю зачем. Хотя я когда ролики смотрю, я люблю субтитры тоже. Непонятно почему. А, я знаю почему. Потому что стример пиздит в это время, да? А и вы нихуя не понимаете. И вы читаете... Да, да. Еба, это такой живой мир будет? Прикольно. Белла Попа. Я Белла Попа. Капец. 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 Тут сейчас показывают, кто кого озвучил, насколько я понял, но мне-то этого никакого не дают. Мне надо русских, чтобы... Ну, кто по-русски озвучил? Ля какой, сука, гангстер, сука, мафия, мафия, блядь. Мафия, блядь, мафия, блядь, мафия, мафия, мафия. Мафия, блядь. Мафия, блядь. Мафия. Томми Версетти. Детектив Норман.
один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Кофеек налил. Оп. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Нихуя. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегу? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Капец. Сдается мне... Я бы хотел, блядь, сделать громче, если бы я мог бы меню открыть. У тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. А, нихуя. Это все-таки я? Капец. Блядь, это когда меня нужно? Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Ля-ля, сука. Капец. Капец. Ебать, ну такое я люблю, ёпта. Но, не... Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Чё, кого? Живо! У меня на мушке! Есть нас на горе! Блять, да что с сенсой, сука, летает сенса! Мышка нормально двигается, сенса пиздец! Вы видите это дерьмо? Ну и ты живым не уйдёшь! Блять, ебать, оно летает! Блять, какой... Сука, блять, она поворачивает. Узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Мама родная. По машине не стреляй, я таксист, я копил на эту тачку.
Капец. Что это за типы? Она ужасно управляется. На ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Сейчас ручника дам. Даю ручника. Ёб твою мать, блядь! Блядь, подождите, стоять. А есть аркадное управление какое-нибудь? Так, игра. Не, управление. Я не смогу поменять. Режим вождения. Симулятор обычный. Что такое симулятор? Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Ёб твою, еще хуже, мама. Я уши развесил. Не смей подслушивать. Я просто бегу. Ёб твою. Можно вернуть деньги? Туда, куда вы сказали. Вот и вези. Капец, она реально так должна хреново управляться? Ну ладно, то, что управляется, это еще ладно. Я так предполагаю, типа старые тачки. Но как шатается камера из-за того, что я кручу роль, это очень плохо. Ну, бесит, как шатается камера. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Куда мне тогда тебя вести? Капец, пацаны, я еду. Я еду, конечно. Он еще! Черт, ух, суки! Полицаи, блядь! Что? Что я сделал? Что такое это? Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь! Только оторвись от них! Ха-ха, тупые полицаи! Мужик, прости. Отстали, да не все! Ай, бля! Парнями вы не особо. Ай, бля! Партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше... Сейчас налево. Он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не услышал, ребята. Да ебаный, блядь. А я могу и так оторваться. Они меня вряд ли догонят. Я крутой. А, нет, догоняют. Ха-ха-ха! Соси копер, ёбаный! Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Ёба-боба, да иди ты нах! Пизда! Что такое F? Там было... Нажмите F, чтобы что-то случилось. Капец. Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, бабка! Сосать! О, так это Питер! Идрить погоню в Питере. А, Боже, разведем, да? Ага. Мы успеем. Его. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись! Ты дымишь. Ха, тупой, засал коп, ебаный. У тебя рука лаганула, лох. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Даю это. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. А, капец, ограничитель, чтобы меня не тормозили за этот прикол. Отлично, уже близко. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Ебать. Как он его приобнял.
Ля курицу. Что-то он в слоумо такой выходит жесткий тип. Что-то не так. Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Трепец. Этого должно хватить. Слава. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Капец. Я Дон Дигидон. Спасибо. Я лицо со шрамом. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Царапин, блядь. Пытался объехать бабульку на дороге. Я реально домой. Пытался бабульку объехать, так что... Конечно. До скорого, парень. Вообще, они должны были дать совет, где заделать эти пулевые. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но... Связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. Капец. Прикольно. Когда дадут убивать? После той поездки с парнями Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. Да. И с чужими тоже. Эй, ты, шофер! Чё? Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Ты, сука, охуела? Без продыха. Может, тебе въебать нахуй? Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. И поаккуратнее. А чё с колесом? Я вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Чё за фу, блядь? Пиздец, 2080 Ti. Чё это за хуйня? Что это, блядь? Выключи этот колтёж. Не могу сосредоточиться. Так-то лучше. Сука, я сейчас тебя нахуй выебу за такое. Ну, я такое отношение к тебе не терпеть не намерен. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Я говорю. Блядь, жиробас, иди нахуй, блядь, быстрее, сука. Я так... Знак пропал. А, это... Это мне знаки. А, прикольно. Короче, по встречке, валим. Капец, кстати, по знакам так ориентироваться прикольнее, чем просто по дороге. Прикол, мне нравится. Я чувствую даже себя таксистом. Бабуля, я сейчас жука дам. Ба. Нормально? Бабуся, держись. Вот здесь, возле парка. Ладно.
месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине. Я будто в пепельнице ехала. Я сейчас выйду. Как скажете. Ай, блядь! Ой, сука! Прошу прощения, нам. Ладно, я понял. Хорошо. Хорошо. Извини. Дал заднюю, пацаны. Блин, ну прям вот эти звуки вообще класс. Пососешь. Вам надо подвести? Ля какая-то... А, у меня такая же или нет? В галерею и побыстрее. Ага, побыстрее это можно. Чаевые даешь, я выключаю ограничитель скорости. Решили развеяться? А тебе-то что? Да так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Ладно. Чаевые дашь? Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Но так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю. Вы занятый человек. Ой, тихо, там полицейский. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот супер. Найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Блять, да, как да, меня хорошо. Бесят уже эти клиенты. Так со мной разговаривать, я, блядь, таксист. Я когда в такси сажусь, говорю, здравствуйте, сэр, привет. Хорошего вам дня. Всегда выхожу, говорю, спасибо. Но если только... Ну, меня не... Я не говорю спасибо. Когда я молча выхожу, когда меня бесит таксист. Там полицейская машина, ограничитель включаю. Ёбаный полицейский, блядь. Пошел на. Останови перед галереей. Okay. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Ничего себе. Я постараюсь. Капец, полбакса.
почему все клиенты сегодня такие козлы? Согласен. Так, следующий. Капец, согласен абсолютно, бля. Ну, я хочу себе вот такой кабриолет, конечно. О, светофор. Я слышал то, что тут надо на светофоре останавливаться, но мне... Полицейских рядом нету, так что... Здрасте. Капец, симулятор таксиста. Херово выглядишь, приятель. Да. Я-то с пяти работаю. А с тобой что? Бухал. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Опять? Ладно. Я не скажу клубам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня? Да так. Меньше, чем хотелось бы. Как рынок упал, так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Копы видят пьяных каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозят и продает. Я видел, как они за меньшее людей забирали. Ну да. Вы видали, я сейчас чуть если полицейскому не попался. Если хотят что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Сука. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. Блять, я боюсь то, что они за мной едут. Ну я чисто слышал то, что тут... Ну, надо нормально водить, или коперы реально поедут за тобой, за то, что ты плохо водишь. Да, управление, конечно, да. Если были бы поворотники, я бы отыгрывал поворотники. Блин, может быть, отыгрывать переключение? Хотите, я сделаю коробку передач? Буду переключаться. Ёб твою мать. Почти приехали. Да едь ты, блядь, ёбаная, блядь, овца, я нахуй таксист. Припарковался еще. Эй, у моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. Спасибо, как-нибудь зайду. Кофейный лоток? Надо зайти. Стою, отдыхаю, на парковочке чисто. Капец, кофе. Ебать! Господи! Охуел? Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Че? Кто это такой? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог гравюрам Сальери. Я разъясню тебе. Чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Ебать. А машина? Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Ебать, блин. Ебать, по мне стоит. Да беги ты, ебаный, хуй ты стал, блядь. Пизда, дурак. Да беги ты, еблан. Блять, даже бег, я чувствую, как я бегу, тяжело прям бежать. Надо за людьми прятаться, чтобы по людям стреляли. Ой. Давай, блять. Ай. Ай, блять. Ай, блять. А собаки в этой игре есть, а то я слышу, что гавкают какие-то. Да беги ты быстро, блядь. Да ускорься, ты ебланитас. Ты, блядь. Смотрите, кто это? Дино, капец. Лу. У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать и все. С этим? Ага.
Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Ебать. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем из тебя. Может, тогда вы здесь и останетесь? О-о-о! Ебать! Ну что ж. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Капец. Эта история его повеселит. Капец, сразу с Доном? Я думал, надо дослужиться как-то или что-то такое. Это Дон? А, да, реально сильный такой козёл. Капец. Но мне нравится пока. Хочу работать таксистом по жизни. Все-таки лёг больше. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда? Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Еба. Серьезно? Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышу. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Ебать, нахуй. Спасибо, мистер Сальери. Спасибо, сэр президент. Я не подведу. Капец, блядь. Вот этот такой что-то прикольный, Томми, пацанчик, он умрет, наверное. Вернешься? Обсудим, что делать дальше. Вот этот вот сдохнет, самый левый. Мне кажется, он сдохнет. У него какое-то лицо грустное. Тебя здесь никто не знает, так что потише, лады? Окей. Ладно. Мусор закончил? Не, можешь и дальше, Хербина. Кто этот новенький? Дон Сальери, вы не представляете, как оказался узнать, что вы собираетесь посетить свадьбу моей дочери. Шок. Прошу, если у вас есть какие-то особые пожелания, дайте мне знать, я все устрою. Это будет чудесный праздник, с вашим благословением, он запомнится всем еще больше. Капец. Что-то дельное нашел? Нет, я с тобой слежу. Ну, обычный бар, типа бар и бар. Газетка. Ну, короче, ничего тут интересного нет. Какие-то карточки подсосалы. Давай, выходим чисто на забив. С кием, я хочу кием. Можно кием? Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Давай. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. Капец, тут так круто, атмосферно. Капец, я мафиозник. Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни, это Томми Анджело.
У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Молоточек. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Не спалите себе волосики. Окей, бро. Встречи, Том. Все забрал. Скажи мне, я его мигом на место поставлю. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. А что с моей таксишкой? Я ее больше никогда не увижу. Просто так бросить машину, это как-то странно. Опа, мне сейчас какую-то дадут ласточку. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя так пугать людей! Эй, извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми Анджело, рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. А пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой поля? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Капец. Ты за рулем. Капец. Дали тачку мафии. Ты думал снова бездельничать? Блять, вот это у него шляпа, конечно. Тормозной шланг, урод. Знаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую О, жизнь. О, ну тут получше управление. Выползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Сука, да что это за табуретка? Все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайкой. Слушай, там в грузовике был виски? Да, новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Подождите, а сухой закон в Америке когда? Это 921, а сейчас 930, по-моему, он 10 лет длился. То есть один год, вроде как, один год до отмены сухого закона осталось, да? Правильно или нет? Подожди. В 918 или... Подожди, или 921 какой? Когда начался сухой закон в Америке? С 1920 по 1933 год. Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла, то в какие заведения мы его поставляем, Топ. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая шарфа, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелла? А, я заметил, слушайте, ограничение скорости в зависимости от ну, типа, от трассы. Если что, ты меня защитишь. Раньше был 45 предел, сейчас чуть повыше. Если гладко не выйдет, но эта машина не едет больше 20. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Капец. Капец. Блин, ну очень атмосферно и круто. Еще громче? Я тогда сам себя слышать не буду.
Нет, на одно деление. Ой, как она тряхтит, блядь. Как трактор. Вот хоть я поставлю ограничение, хоть сниму, у нее максималка ниже, чем ограничение. Ёп. Куда ты сено везешь? Слева лент. Прям звуки в GTA San Andreas так с трактора с таким звуком ездят. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Капец. Капец. Ля-ля, идет мент, блядь, слева, сука. Что ты там ходишь, дебил? Я еду. Это вот. Тихо-тихо-тихо. Там что-то слишком много. Так, мы уже близко. Ну так парковаться это какое-то палево, если честно. Сука. Какой ужас с колесами. Просто ужас. Ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Ой. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Чем? А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ладно. Пойдем тихо. Ты же умеешь красться? Наверное. Ага, вот так. Но есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Так. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бочару, а ты пока подбери сзади и втащи его. Отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Какого бычара у меня? Чего? Главное, что платье будет. Да, что есть, то есть. Блять, как слезать-то? Да как слезть-то, блять? Вот лестница, сука! Как делать действие? А. Лежать, быдло. Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Но, блядь. Ха-ха. Ты ж. Ну ладно, пацаны, это уже, конечно, это, ну, детский лепет. Лови его, дом! Тебе что, жить надоело? Ты кто, блядь? Не по... Ты сука. Ой. Нет, я хочу кинуть коктейль Молотова. Отличная работа. Конечно, кринжово, криво. Обожаю запах горящих покрышек. На весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. Чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бить. Крутая тачка, я узнаю, где он ее держит. Сообщают о стрельбе горящих машинах в Норд-парке. Старые способы самые. Это рядом с баром Морелла. Только не возьмите его, ребят. Прямо в ворота. Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Блять, я мужика переехал. Я убил человека. Иди нахуй! Охуел, блядь! Чё-то слишком жесткий удар был.
как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Блять, ебаный насрал. Не будем злить их еще больше. Ты что, в тюрягу собрался? Да ты нет, я еду, бро, я еду. Ха-ха-ха, тупые копы, сосите писю. Ядрить они там все застряли, лохи. Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Ой, а сзади едет. Сзади едет. Сзади едет. Ой-ой-ой. Сюда поворачивает. Что делать? А, все, уехал. Ну это прям уже посерьезнее машинка едет, конечно. А ну-ка, дрифт. Аккуратнее, они все еще ищут нас. Вообще, о, красиво. Всем офицерам прекратить поиски. Повторяю. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Поехали. Я думал, легавые Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Сейчас я буду в дрифт. Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. Пожалуй, да. Вовремя сбросил скорость там мент. Самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше. Мужик, бля! Я думал, что в семью беру только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с Доном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Капец, вот машинка серьезная. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Хе, еще бы. Капец, опа, прикарковался. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Кек. Меня зовут Томми, как? Ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс. Ебать. Все босс, готово. Привет, босс. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мораллой отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Капец. Хорошо. Прошу. Поли и Сэм за тебя поручились. Капец. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Капец. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык. И если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Ебать. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати.
Пускай Морелло травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Так они абсолютно адекватные люди. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Оли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество верно. Должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Красивый костюм. Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Капец. Хорошо. Ты принят в семью. Капец. Прекрасно. Так, я голоден. Но он адекватный босс. Закрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна. Он вроде нормальный пацанчик. Happy birthday, Саски. Я чики-бамбони Додо пицца. Саски. Это бан. Это бан. Я Саски.